важливо протриває. Ми переходимо до наступної теми. У нас є гість, це Олександр Сідов, аналітик Кримської правозахисної групи. Вітаємо вас. І сьогодні в Українському кризовому медіа-центрі була презентована інформація щодо порушення права на мирні зібрання в анексованому Криму. Ви і цю інформацію сьогодні презентували разом з колегами. Розкажіть, будь ласка, що саме ви помітили, які правопорушення досліджували і за який період? Ми собирали информацию о нарушениях прав человека, которые касаются нарушения свободы мирных собраний. В частности, в том инфографике, которую мы сегодня представляли, это использование административного и уголовного законодательства для преследования участников мирных собраний в Крыму. Нами была собрана информация. Мы собираем, в принципе, постоянно. Информация поступает как от мониторов, так и от активистов. Но в данном обзоре мы взяли информацию, помимо этого, и с сайтов так называемых судов Крыма, с официальных сайтов. Мы собирали информацию по преследованиям лиц по двум статьям административного кодекса. Это статья 20.2 Кодекса об административных правонарушениях и статья 20.2.2. Это организация несанкционированных массовых мероприятий и организация массовых мероприятий, повлекших за собой нарушение правопорядка. В принципе, эти две статьи наиболее часто используются для преследования лиц, и это наиболее распространено. В принципе, их написали для того, чтобы преследовать лиц, которые участвуют в несанкционированных массовых мероприятиях. Мирні протести в Криму. Наскільки це часто явище і який характер вони носять, ці протести? Це більше одиночні пікети, чи це все ж таки масові, або це групи людей виходять і з якимись гаслами? Як це відбувається і наскільки часто? Акції відбуваються постійно. Форма не носит самые разные. То есть это как массовые мероприятия, как митинги, как акции протеста. Это может быть и одиночными пикетами. Но преследуют, в принципе, за все акции, которые не санкционированы. В том числе за те акции, которые, в принципе, даже не являются массовыми мероприятиями с точки зрения международного гуманитарного права и Конвенции по правам человека. В данном случае это может быть, например, акция религиозного характера. То есть, в принципе, это законодательство используется даже для преследования лиц, которые проводят религиозные организации. Например, в селе Марьяновка проводился пасхальная раздача подарков. Люди пришли, евангелисты проводили пасхальную раздачу подарков, посвященную Пасхе. Их всех задержали, составили протоколы. І оштрафували кожного на 10 тисяч рублей, а організатора на 20 тисяч рублей. На підставі чого? То, що це заявили, що це було масове мероприятие, яке не санкціоновано сельсоветом в даному случаї. Ще один случай, також по релігії, це чоловік кришнаїд, йшов по набережній Ялти, пів Харе Кришна Харе Рама, його зупинили. Задержали, составили протокол, і суддя це розцінив як несанкціоноване мероприятие с выкрикиванием провокационных лозунгов. То есть доходит до маразма. Бывают случаи, когда людей штрафовали, двух женщин. Одну приговорили к штрафу, а другую к общественным работам обязательным. Женщины находились во дворе во время того, как жильцы дома вышли протестовать, что у них в доме нет 3 дня электричества. Одна просто останавливала такси в это время, находилась по ее словам, другая выгуливала внучку. Їх затримують, чи їх викликають до органів, правоохоронних органів, і далі вже допитують, як це відбувається зазвичай? Процес, чаще всего, во время какого масового мероприятия или собрания граждан подходят сотрудники так называемого МВД, которые составляют протоколы, останавливают, иногда задерживают лиц, отвозят их в участок, в участке уже составляют протоколы, и в дальнейшем передают протоколы в суд, где суд уже принимает решение. В принципе, из рассмотренных нами дел практически все дела заканчивались каким-либо видом наказания. Мы нашли информацию о 268 делах, по которым были вынесены какие-либо типы наказания. Из них 235 дел – это штрафы, общая сумма штрафов с начала оккупации Крыма с 2014 года составила то, что мы нашли. 2 миллиона 900 тысяч рублей. Это только то, что мы нашли, причем мы не включали туда преследование по другим статьям, например, используется статья
19.3 – это невыполнение требований сотрудников полиции. Ее тоже применяют. Но там большой объем информации, довольно тяжело отфильтровать, какое действительно, ну, имеет отношение к массовому мероприятию, а какое действительно не имеет, и человек просто действительно не выполнил какие-то требования, не связанные с проявлением своего, своего права. Якщо це одиночні пікети, навіть згідно з законодавством Російської Федерації, це ж не є порушенням. Що відбувається в реаліях? По факту, є случаї, коли чоловік проводить одиночний пікет, рядом с ним находится кто-то другой, который просто, например, снимает это на видео или фотографирует сам процесс. Сотрудники полиции это рассматривают как уже массовое мероприятие и составляют протоколы на обоих. И на того, кто сидит в одиночном пикете, и на того человека, кто рядом. Помимо этого, сейчас в Крыму таких случаев нет, но Россия применяет. В России есть случаи, когда происходит, подходят люди, которые заводят разговоры, провокаторы, і вже составляється протокол на чоловіка, поскольку це вже не одиночний пікет. Ми пам'ятаємо історію Ільдара Дадіна, активіста, якого було затримано, і перший засуджений він за статтею неодноразового порушення мирних зібрань. Але зараз він має право на реабілітацію, наскільки нам відомо. Щодо цієї статті, вона теж поширюється наразі на активістів? Стаття, по которой неоднократно, да, это часть 8 статьи 20.2, и в Крыму уже имеется два случая, когда людей привлекали и выносили приговор. Там очень резко увеличилась сумма штрафов, и уже было вынесено два штрафа на сумму 150 тысяч рублей. Для сравнения, средняя зарплата, согласно Минстат, 19 тысяч рублей. Як далі діють громадяни? Тобто вони мають сплатити? У разі несплати, які санкції накладаються? В случае неуплати к ним є окрема стаття невиконання рішення суду. Тобто к ним також привлекається дополнительно увеличити штраф і вже штрафують і по дополнительній статті адміністративного кодексу. В принципі, чи сума штрафу... Чи можуть втратити майно в такому разі, да, громадяни? Так, да, тобто, в принципі, теоретично. У нас просто нет фактів преследування лиц, які не оплатили, люди в основному стараються не зв'язуватися і все-таки оплачують ці штрафи. Но теоретически, да, могут лишить какого-то майна, ну, принудительно и взять какое-то имущество. Чи відомі такі випадки вже, чи ще поки в Криму ми поки таких случаев не зафиксировали, преследование за неуплату. То есть были случаи, когда человек просил изменить ему меру пресечения, место штрафа, например, присудить или админ арест, или работы, но был случай, когда человеку поменяли приговор в итоге на общественные работы. Ви ще помітили низку суддів, які приймають відповідні рішення і займаються такими справами. Скільки таких суддів? Ми знайшли вже порядка 50 чоловік, які приймають ці рішення. Це тільки в Криму? Це тільки в Криму. Причому є вже заставлений список определених лідерів таких рішень. Наприклад, суддя Бахчисарайського районного суду Дермана Таманюк. Уже мы нашли 15 решений, которые он вынес, и общая сумма штрафов по этим решениям сейчас составляет 300 тысяч рублей. То есть суммы уже достаточно большие. И помимо этого еще также принимают решения судьи Верховного суда, которые они не выносят решения о штрафах, но они подтверждают решение, вынесенное в суде первой инстанции, и они подтверждают достаточно большие суммы, и эти суммы уже достигают более 200 тысяч рублей на некоторых судей. Тенденція затримувати чи переслідувати, на думку російського правосуддя, якому підконтрольне правосуддя Криму наразі, порушників. Так? Це тенденція, вона стабільна, чи зараз все-таки посилюється цей тиск? Давлення усилюється, і приміром тому є, наприклад, останнє задержання лиц, которые были в октябре, это в рамках дела Хизбут-Тахрир. Два человека из тех, которым предъявили обвинение уже участие в террористической организации, которые в отношении одного ему, в принципе, грозит до пожизненного лишения свободы, эти лица раньше привлекались по статьям, которых я упоминал. За участие их обвиняли в несанкционированном массовом мероприятии, хотя по факту эти люди в свое время выходили в поддержку своих друзей и родственников, которые задерживали ранее Бахчисарай по тому же делу Хизбут-Тахрир. Плюс сейчас 14 октября проходило массовые одиночные пикеты.
людей, несмотря на то, что одиночный пикет не запрещен, задерживали для выяснения, зачем они это делают, кто они такие. И в дальнейшем сейчас проводятся опросы, которые, в принципе, говорят о том, что власти хотят найти формальный повод для заявления о том, что это была организована акция, и, соответственно, преследовать как организаторов, так и участников одиночных пикетов. Наразі до кого можуть звернутися за правовою допомогою громадяни, яких переслідують? За юридичною консультацією можна обратитися як Кримської правозащитної групи, так і, в принципі, можемо посоветувати адвокатів, з якими... Адвокати, які працюють на території Криму, ми знаємо ці імена, да. Еміль Курбіддінов і його команда, вони також займаються, опікуються такими справами? Звісно, ці адвокати, вони постійно, в принципі, не таке велике кількість, але вони допомагають по всім цим справам. Якщо ви звернули увагу, по всім справам, в принципі, фігурують одні і ті ж адвокати, це Еміль Курбіддінов, Едем Спідляєв і багато інші, але кількість, на жаль, не таке велике. Кроме этого, мы периодически, Крымская правозащитная группа печатает информацию о том, как надо себя вести, какие у человека есть права и что ему надо делать в таком случае. В случае уже факта, когда человека уже оштрафовали и какое-то преследование к нему приняли, можно, опять же, пройти инстанции российского правосудия, которое действует сейчас в Крыму, обратиться в Европейский суд по правам человека и требовать компенсации за нарушенные права человека. Насколько это тривалый процесс? Это может достигнуть нескольких лет, к сожалению. То есть, в принципе, в данном случае, но я думаю, стоит бороться в любом случае. Яка доказова база має бути надана, аби було дійсно доведено, що це порушення права людини? В данном случае явно видно, что человек участвовал в массовом, в любом мирном собрании, и Европейская конвенция по правам человека закреплено право человека участвовать в мирном собрании, и государство не имеет права ему препятствовать, только если это не грозит, не составляет угрозы безопасности государства. В данном случае лиц, которых преследуют, преследуют по таким надуманным поводам, что это даже не вызывает сомнений в выигрыше этого дела. Например, вот, опять же, 11 октября, помимо людей, которых арестовали в рамках дела Хизбулла Тахрир, задержали еще несколько человек, 9 из них были выписаны штрафы, люди, которые просто пришли поддержать своих родственников, их обвинили в том, что они проводили массовое мероприятие, которое повлекло с собой беспорядки. На видео видно, что люди просто стоят кучками по 2-3 человека, между собой общаются, они не выкрикивают лозунгов, они ничего не требуют, не вступают ни в какую полемику с сотрудниками так называемого МВД. То есть, и в принципе, применение к ним такой статьи явно безосновательно. И данный случай, то есть видео, протокол, решение суда, в принципе, этого достаточно для того, чтобы уже можно было формировать дело для Европейского суда. Чи сприяє це ще більшому виїзду громадян, які проживають наразі в Криму, на територію України? Ну, ми статистику таку не отслеживали, но я думаю, да, поскольку, в принципе, преследование лиц влечет за собой, опять же, то, что люди начинают бояться. То есть они знают, что к ним могут прийти. Это больше касается уголовных дел. По административным делам люди, я смотрю, в Крыму, крымские татары в частности, все больше и больше, наоборот, проявляют свою гражданскую активность и выходят на все более и более массовые мероприятия, которые требуют от властей прекратить преследование крымских татар и мусульман Крыма. Яку позицію має в цій ситуації займати представники української влади? Они должны, во-первых, заявлять о том, что Россия незаконно действует на территории Крыма, она не имеет права преследовать граждан Украины и использовать свое законодательство для, в отношении граждан Украины. Плюс постоянно сообщать об этом не только Российской Федерации, но требовать каких-либо санкций на международном уровне в отношении Российской Федерации за нарушение прав человека на оккупированной территории. Наразі представники українських відомств не поводять себе таким чином? Да, они заявляют, ну, они подают информацию, они собирают информацию, во всяком случае, они собирают информацию для передачи международной станции. В том числе, это, я думаю, они используют и посольство, и свои представительства в международных организациях. Министерство закордонных справ, например, реагирует таким чином? Ну, в отношении административных дел у них иногда появляются заявления о том, что...
протест против незаконного задержания группы лиц. Ну, определенная дата, определенного события. То есть протест они высказывают. В случае, хотя бы на уровне протестов они действуют. Яким чином треба, будемо завершувати нашу розмову? Що треба робити, яких зусиль прикладати і кому саме, щоб ефективніше працювала ця система підтримки громадян України в Криму? Ну, ми настаиваем все-таки на санкциях в отношении лиц, которые непосредственно причастны к нарушениям прав человека, и как лишение свободы, так и нарушение их права на проведение свободных мирных собраний. Принаймні, імена суддів, які виносять відповідні рішення, відомі. Чи передаєте ви ці імена до правоохоронних органів? Якщо вони запросять, у нас інформація є, ми готові співпрацювати. Це стосується не тільки суддів, це стосується і слідчих, і співробітників поліції, які составляють протоколи і розганяють учасників мирних зібрань. Дякуємо вам, дякуємо, будемо вас запрошувати ще з інших приводів, обов'язково, коли будете готувати відповідні доповіді, ми обов'язково їх будемо обговорювати в нашому ефірі і розказувати нашим глядачам про поточну ситуацію в Україні. Дякуємо. Олександр Сідов, аналітик Кримської правозахисної групи, був гостем нашої студії. Програма «Важливо про» триває.